Победителем чемпионата мира ФИДЕ по шахматам по группе юноши возрастная категория до 18 лет становится Манвел Петросян, Армения. Manvel Petrosyan from Armenia becomes the winner of the FIDE World Championships in the subgroup Boys Under 18. Звучит гимн страны победителя. The anthem of the winner's country. Thank you very much. Congratulations. Дорогие друзья, звучит.